Кроме того, Эльдар Халиков и Юрий Демидов открыли в Лаишевском районе административно-жилой комплекс для участкового полиции. Теперь он будет там и жить, и работать. С новосельем счастливчика и его не менее счастливую семью поздравила и Фируза Насырова. Спасибо вам за службу. Долгожданная связка ключей. Долгие годы скитаний по общежитиям для семьи участкового Эльдара Файзова позади. Решение жилищного вопроса он ждал 10 лет. Тыл защищен у меня. Вот. Рядом семья постоянно. Я могу уже свободное время, могу заехать домой. Работаю здесь на данном участке. Как говорится, семья всегда рядом уже. Дом два в одном. Пункт полиции, жилое помещение, еще одно ноу-хау Татарстана. Жить и работать участковый теперь будет по одному адресу. Объект, который мы сегодня видим, он как яркий пример того, что не просто сделать, не просто построить, а сделать это достойно, сделать это красиво, сделать это так, чтобы было понятно, что этот здание представляет собой именно власть, представляет собой правоохранительную систему в поселке Сокуры. Дом сдали вместе с обстановкой, так что хозяйка уже осмотрелась. Комнату выбрала себе и дочка. Раньше ее у девочки не было. Здесь уже у меня своя комната. Вот. У родителей своя комната, очень удобно. Не верится, что вот нам дали такой дом со всеми удобствами, с мебелью. То есть мы уже просто вот въезжаем, мы привезем просто свои вещи и все. Новоселье в этом году отметят еще 82 участковых полиции. Сейчас строительные работы завершаются. Полностью сдать объекты планируется к концу года. Фируза Насырова, Алексей Захватов, Вести Татарстан, Лаишевский район.